have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки и Wandering Village. Начинаем мы новую игру, как мы и собирались, на обучение мы уже не пойдем. Много ресурсов, к тому же он был крайне устойчив к условиям окружающей среды. Прежде чем вы отважитесь отправиться, наверное, в неспешный поход в более опасные области, у вас предостаточно времени. Да, пойдем мы, значит, по очереди. Я не вижу пока что смысла идти на дальнейшее. Мы с вами обучение провалили. Поэтому пойдем на новичке. Пройди игру на любой сложности, чтобы открыть модификаторы враждебности. Дополнительные испытания. Понял. Не ко мне сейчас. Сложность новичок. Новый файл сохранения принять. Настройки песочницы. Я там ничего пока не настраивал, давайте... Driven from our homes by the toxic spores, we kept wandering, looking for shelter. But not in our wildest dreams did we imagine what we would find. Я думаю, что мы это уже видели с вами в позапрошлой серии, но все же... Итак, Бу. Кстати, интересно, все животные будут называться онбу, или это только в... Вот, мы будем на разных... Возможно, из других... погодите, а есть вот другие животные? Это возможно? Ну, пока что наши животные выглядят так же. Так, всем нужен дом, я это, конечно, все прекрасно понимаю. Поехали... Да, прямо здесь же и будем строиться. А сколько у меня людей? 16. Так, ребят. Вот это все нафиг спилите, пожалуйста, и соберите. Есть вода, есть какие-то ресурсы. Так, хорошо. Надо бы по-быстренькому. Сколько у меня... бездомных. Всего жилья 12, всего людей 16. Значит, мне нужно еще два домика. Два домика и... так, хранилище сырья для воды. Так, ферма. Давайте сразу ферму. Что в прошлый раз нас это и погубило, то что у нас не было фермы. И нам нужно собиратель ягод. Вот тут очень много ягод, давай, поехали. Все пока счастливы, довольны, мне нужен какой-нибудь склад. Да, кладовая. Пусть кладовая будет тут, и бак для воды вот тут. И хранилище сырья вот тут. Так, это собрали. Это собрали... начинающий. А, это мой уровень показываю. Так, ферма. Значит, мне нужно... Мне нужно все. Я ферму закину всю и назначу сюда максимум людей, чтобы они максимально готовили мне, выращивали все, что можно растить. Сажать, так, кроме свеклы у меня ничего нету. Мне нужно развитие. Мне нужно развитие, поэтому мы поставим дом исследований. Дом исследований мы поставим, ну давайте, хотя бы же вот здесь, возле фермы.
Так, древесина, камень не надо. Давайте еще, ребятушки, вот это все соберете. Хранилище, бак для воды. Мне нужно, чтобы вырабатывалась вода также, поэтому давайте конденсатор, парочку конденсаторов влепим. Вот, вода и еда. Сейчас об этом позаботимся. Мне кажется, это будет самое главное, потому что это была наша самая большая проблема в прошлый раз. От того, что ресурсы медленно собираются, мы, ну, относительно, конечно, ничего не теряем. Ну, относительно. А вот то, что нам нужна еда и нам нужна вода. Все заняты, все разошлись по делам. Так, сколько людей у нас тут занято? 5 человек. У меня 16. Мне надо распределить 16 человек. Так, камни и всякое такое. Ладно, это потом. Пост рабочих можно бы, наверное, склепать. Так, тут у нас 2 человека идут работать, собирать ягоды. Хорошо, ягоды и ферма, это все у нас идет на еду. Ягоды, сырье, мне нужна кухня. Сейчас давайте я, наверное, дом исследований в приоритет закину, чтобы его быстренько принесли мне. Так, ягоды, воду мне собирают потихонечку. Тут у нас есть 2 собирателя. Хорошо, нормально. Он еще спит. Мы еще даже не тронулись с места. Хорошо. Меня это вполне устраивает. В этой куче еще много, но опять же, это тоже хорошо. Давайте еще добычу воды тоже в приоритет закинем, чтобы они от жажды не подохли. Они берут эти ягоды и просто съедают их на месте. Это тоже неплохо. У нас есть собиратель, у нас есть вот выращиватели, так что... Пусть. У нас вода сейчас даже в большей части идет не на питье, а на выращивание. Кстати, погодите, они же пьют сами по себе воду, или вода нужна только на выращивание? Надо кучу древесины просто. Давайте мы вот это все... Так. Бак для воды построено. Погодите, где... Давайте еще вот эти деревья. Да, это все тоже срубим, соберем. Продаваем. Наконец-то. Так, кухню, конечно же. Лекарь, это, конечно, классно, но сначала кухню мы уже усвоили, что сначала надо разобраться с едой. И, наверное, построить, я так думаю, 2 кухни. Чтобы они готовили разные блюда. О, мы уже идем? Нет, мы еще не идем. Хорошо, мне показалось. Два человека у нас на исследованиях. 5 человек у нас здесь. Это 7. Тут будет 8-9, пока мы автоматику не откроем. 10-11. Хорошо, хорошо, пока нормально.
Нам нужно разведку как можно скорее. Грибоведа. Дом травника. И то все нужно. Но сначала займемся тем, что... Тем, что необходимо в первую очередь. Так, один человек здесь. Отлично. Автоматизация мне нужна, чтобы два человека потом высвободить. Хорошо, в принципе. Тяну вот здесь. Деревенский лекарь. Большой котел. Так, ресурсы. Вот, сельскохозяйство. Автоматизация сбора. Вот что мне нужно будет. Это я следующее поставлю. И потом нужно будет разные растения прокачивать, чтобы в разных погодных условиях можно было собирать. Хорошо. В принципе, нормально. У нас начались дефициты с ресурсами, но нормально. Опять же, на мой взгляд, то, что здесь небольшая недоработочка в том, что, вот, например, ты взял, выделил количество того, что ты хочешь спилить, а теперь приоритет. Хотя, если они все изначально выделены, и сразу нажать V, может быть, через хоткис получится. Посмотрим. Вот, несут дерево, наконец-то. Второй бак с водой. Так, воду насобирали, сейчас сюда пойдет еще один человек. Все, он это построит, и он это же сделает. Это тоже строит пост рабочих. Супер. Давайте, ребят, улыбаемся и пашем. Он бы проснулся. День второй. Супер. Ночной решил куда-то сходить. Хорошо, немножечко ускорим это все дело. Это построилось. Там у нас работает человек. Так, пост рабочих. Разнорабочие. Приоритет земледельцы, носильщики, строители. Пусть будут разнорабочие. Так, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Теперь, что мне нужно? Хранилище разнообразное построил, пост рабочих есть. Ферма, собиратель ягод есть, конденсаторы есть. Мастерская плотника. Я не это хотел сделать. Построить, у нас все построено, да? Давайте тогда мастерскую плотника вот здесь вот сделаем. Нет, тогда вот здесь. И мастерская каменотеса. Куда-нибудь, ну... А ее можно прямо на этом поставить. Тогда, наверное, здесь. На это ресов, кстати, насобирали практически моментально. Тут по одному человеку у нас будет работать. Меня это, в принципе, тоже пока что устраивает. Они мне будут производить доски и плиты. То, что нужно... Так, а ты у нас кто? Пост рабочих. Погодите. Нет, сельскохозяйство. Автоматизация сбора. Если это автоматический сбор, да, пожалуйста. Я тогда оттуда высвобожу двух людей, и мне будет удобно так все делать. Теперь кухня. Кухня-то у нас появилась. Вот кухня у нас появилась. Кухне надо будет две штуки. Раз. И два. Это все срубится.
Хорошо. Но все равно часть вот этих деревьев мне нужно будет пустить на постройку этой же... этих же кухонь. Что... А, для тебя доски и плиты нужны. Вот как раз я и построил то, что нужно для того, чтобы это построить. Тут у нас один человек, вот он потихонечку работает, хорошо, меня вполне это устраивает. И вот второй почти достроили, чуть-чуть еще осталось. Ребят, камень принесите кто-нибудь. Это, вот вон тот камушек, пожалуйста, мне принесите, он прям... С высокой долей вероятности он мне нужен прямо сейчас. А, ты встречаешь небольшую группу кочевников? Да, конечно же, пожалуйста, взять к себе. 3 здоровых жителя. Так, мне нужно к тому же еще плюс 2 домика. Это не проблема пока что. Потому что с деревом... Дерево у меня есть. У меня камня нету. В каменоломню идет один человек работать. Хорошо. Пришли 3 человека. Я могу, наверное, еще одного отправить на доски и еще одного отправить на камень. И мне нужно... Все вот это вот добыть, пожалуйста. Тогда с камня я сниму пока одного, потому что все равно делать нечего. Пусть он чем-то другим занимается, более полезным. Чуваки на досках пусть пилят, потому что доски у меня есть. Ну, дерево есть. А вы у нас кто? Собиратель ягод. Склад полон. Убираем отсюда одного человека, пусть занимается чем-то другим. Так. Воду у нас тут дел... Ага. Исследование автоматики завершено. Автоматизировать. И, пожалуйста, автоматизировать. Теперь, что мы следующее исследовать там собирались? Лык с едой, большой котел. Погодите. Нет. Сельскохозяйство кактуса. Чтобы мы могли что... выращивать в другом климате. Опять же, исхожу из того, что нас погубило в прошлый раз, поэтому... Вот такое. Огорода мало засаживают. Я рассчитывал на больше. Возможно, у нас или ресурсов нету на больше, или что-то такое. Ладно, посмотрим. Ягод у нас очень много. Мы сейчас можем кормить людей именно этими ягодами. Так, никто не бездействует. Супер. Носят камни. Каменщики. Давайте, ребят, поднапрягитесь. Мне камень нужен, камня очень мало. Вот, хижина разведчиков, пожалуйста. Даже на первой, потому что они мне и ресы будут притаскивать, и людей новых будут притаскивать, а новые люди мне сейчас очень важны. Вы у нас доделались? Да, все. О, куда мы за... Что это за территория? Влажный климат. Ну, влажный, в принципе, ладно. Не,
это устраивает. Ребят, давайте скорее, нужны каменные плиты. Хотя бы одну кухню мне уже доделайте. Давайте, давайте, давайте. Вон, несут плиту, несут, 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 смотрите. Сейчас делать будут. Вот, да, тут будут ягодные мюсли. А во втором мы сейчас сделаем что-нибудь из редиса у нас, вот тоже много. Готовит? Готовит. Короче, из трех ягод получается 5 единиц мюсли, так я понимаю? Обратная повышает качество изготовленной земли. Ну да, хорошо, супер. Давайте мне башню поскорей. Люди пока что довольны тем, как они живут. Им не хватает, конечно, декораций. Но с этим пока... От этого пока что люди вроде не умирают. Я не знаю, если у них позже начнется депрессия, они начнут прыгать с онбу куда-нибудь на пол. Да, я пойму, что это была причина проигрыша, но пока что... Онбу сидит, онбу спит, кухня построена, день 9, хижина разведчиков исследована, супер. Давайте посмотрим теперь хижина разведчиков. Шестерым жителям, вот, мне нужно, наверное... Давайте 3 дня, 2 дня. Давайте я лекаря, наверное, все-таки сейчас сделаю, построю дом и законсервирую. Мне нужно поскорее бы закончить вот кухню. Тут еще 6 надо. Так. Досок у нас уже 20. Давайте я сниму отсюда одного человека. Пусть оно не так быстро теперь будет клепаться. Хотя нет, нормально делается. У нас вроде как... А, у нас теперь дерева не особо много. У нас есть... Да, мне нужно хижину разведчиков поставить. Здесь. Вот. Что на тебе, кстати, надо? Доски и каменные плиты. Блин, опять все в досках и каменных плитах. Ну ладно. Ну когда вторую кухню туда строить? Камни тут все собрали. Блин, камни все собрали. Ёпарас это. Соберите еще вот эти камни, пожалуйста. Смотрите, народ, тут еще дофига камней. Давайте. О, потащили, потащили. Опа, все, достраиваем вторую кухню, начинаем в ней готовить редис. Смотрите, нет, они потихонечку рассаживают их так. Ягодные мюсли меняем на свекольник. Что случилось? А, он проснулся, он спал все это время. Меняем на свекольник, потому что свеклы у нас тоже очень много. Ягоды начали, наоборот, потихонечку заканчиваться. Потому что люди только ягоды кушали. Теперь, наконец-то... так, что ты хочешь от меня? Склад полон. А, он таки хорошо. Морская вода, вода обычная. Так, лагерь исследован. Супер. Погодите, я хижину хотел, да? Да. Так, это мы... Ну, когда-то построят. Хорошо. Камни у нас есть. Давайте каменщика.
в этом месте есть, есть еда для Онбу. Где? А, он тут кушает? Ну, на здоровье ему хорошо. Мне тоже надо будет о нем заботиться. Кстати, можно бы и грибника, наверное, построить. Так, лекарь. Лекарь-то это, кстати, нужная штука. Давай мы его вот тут вот поставим. Я не знаю, если я назначу туда сейчас человека. Что у нас по ресам? Ага. Пилим-пилим. Апгрейды мутятся. Хорошо. Лачугу грибовода можно бы на самом деле. Только нужно место. И там у нас. Давайте, наверное, вот так сделаем. Пусть у нас один человек выращивает грибы, и если что, их потом и в еду можно употреблять, и все. Тут так, 9 порций свекольника, 2 ягодные мюсли. Короче, ладно, людям есть что поесть, это уже хорошо. С каменными плитами беда, так? Так, ладно. Вот это вот надо поскорее достроить. И мне нужно, чтобы мне... По ресурсам, чтобы добывать лесопилка карьер. Вот, мне нужен карьер, наверное. Это будет следующий апгрейд. И лесопилку, и карьер надо делать. Потому что ресов очень не хватает. Такое. Эти все равно автоматизированы. Мне нет смысла их останавливать. Строить еще один склад. Ну, наверное, да, можно было бы. Но мне и так сейчас не хватает ресурсов. Поэтому я предпочту... Пока что, наверное, этого не делать. Тут доски моментально, кстати, принесли. О, о, доделываем, отлично, давайте, давайте, давайте. Супер, здесь два человека у нас будут отправить разведчиков. Поехали. Давайте скорее хижину допиливаем. 85. Сюда чуть-чуть совсем древесины не хватает. Прикиньте, обычный, который древесины, да? Мастерская, эти в экспедиции. Давайте скорее. Отлично. Так, очиститель... Подождите, коттедж, смотровая вышка. Вот это, кстати, нужная вещь, но сначала карьер и лесопилку. Хочу ли экстерминатора? У меня три человека бездействуют, в смысле? А, они пришли. Так, хорошо, это тут мы были. Вот сюда вот, в город идите, ребят. Все, они ушли. Из города я хочу, чтобы они мне привели еще людей. Мне очень прям нужно, чтобы они привели еще людей. Строить куда-то. А, вот ты будешь строить. Ты же будешь ли этим грибником? Или что, или где?
Так. Давай вот эту часть засадим грибами. У нас тут два человека. Фиг с ним, пусть будут два человека, если они у меня есть. Я не против. Так, сюда 20 воды. Вот и вода, кстати, пошла, куда воду использовать. Так что с этим все нормально. Две каменные плиты. Ребят, какого фига, принесите, пожалуйста. Делается? Ну, делается. А, вон, понесли. Хорошо. Строится один лекарь. Недостаточно рабочих. Я этот домик законсервирую пока что. Во, люди, взять к себе. Выбрать. Два здоровых пришло и два голодных. Принять. Голодные вообще не проблема. Так, хорошо. Как мне его расконсервировали. Все, один человек идет. Голодных мы накормим вообще без проблем. У нас вон и еда обычная есть, и блюда разные есть. С ним пришли, повысили численность населения, потребности жителей возросли. Кстати, да, дома же надо теперь строить. Я могу обычную хижину строить на 6 человек. Давайте. Доски, камни, ну да, тут сейчас уже все дорого стало. Давайте следующие формируются, давайте. Будем по населенным пунктам ходить, потому что количество людей для меня сейчас, скажем так, критично, что ли. Я бы построил третью кухню, чтобы там готовилось еще что-то, например. Да, давайте. Если получится, я бы там что-нибудь, например, из грибов бы готовил или еще чего-нибудь. То есть мне тут, чтобы ускорить процесс... Так. Плантация кукурузы, рупорная... Давай плантация кукурузы... Нет, погоди. Я что-то другое хотел. Хотел озеленение. Давайте озеленение... А то люди, он уже начинает грустить. Бездействует один? Кто этот один? Он у нас сейчас поваром станет. Ожидание решения. Взять к себе, конечно. Два здоровых, два голодных принять. Отправить разведчика вот сюда. Так. Еще одну хижину вот сюда надо влепить. Что у нас тут появилось? У нас тут появился карьер. Блин, я же лесопилку еще хотел. Точно. Погодите, устойчивость средняя. Добывает камни. Так, взять к себе. Выбрать. Переселенец переселись. Голых жителей пришло в деревню. Принять. Взять к себе. Выбрать. Здоровые отравленных. Принять. Доктор. Ты же работаешь, да? Погодите, у меня трав нету. Лечат болезни. А, черт, у меня трав нету. Мне же там нужен был травник, да? Да. Собиратель ягод, кухня. Очуга грибоедов. Нет, нету. А, вот, стоп. Дом травника. Дом травника.
Давайте вот здесь. Перекресток, похоже, он бы сомневается, я с этим ничего пока поделать не могу, то что сомневается. Гляньте, ферму, кстати, всю закинули. Супер. Блин, оно больное ходит. А, сюда приоритет, пожалуйста. Кухню уже практически собирали, ребят, давайте скорее. Если надо, срубите вот это все нафиг. И вот это тоже, пожалуйста, скорее. Людям домов не хватает, я это, конечно, понимаю, но я вон ставлю вам. Вы только, пожалуйста, не позаражайте друг друга. Блин, это будет фейл на самом деле. Но достаточно много людей сейчас принято. Так, давайте плантацию. Нет, стоп. Я так цепляюсь, но за другое. Мастерская стеклодува. Стекло. Давайте лесопилку, да. Скоро вы там домик доделаете? Одна каменная плита осталась. Трава. Давайте скорей. Что, врачи-то у меня есть? Погодите, в смысле недостаточно ресурсов? Серьезно? Нет, погоди, стоимость строительства. Не хватает знаний? Не хватает знаний! Знание 3, знание 1. Так, хорошо. А как я это Ладно. Знание 3. Давай кукурузу тогда, пофиг. Надо, чтобы что-то развивалось. Дом травника построен, траву выращивают. Давайте скорее, ребят. Осталась каменная плита. Так, на каменную плиту давайте еще одного человека назначим. Чтобы все поскорее шло. Ладно, пока у нас хватает людей, еще одного человека сюда. У нас много бездействует, кстати. Так, тут у нас все три человека. Тут у нас, давайте еще одного на грибы отправим. Кухню доделали. Тут еще один человек сейчас будет и будешь делать грибную похлебку. Потому что грибы у нас собираются потихонечку. Пусть будет разнообразие еды. А то говорят, что еда не разнообразная и всякое такое. Тут у нас что-то каменные плиты. Ну, как обычно, их никогда не хватает. Вон, 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 пошел. Лекарь пошел за травами. Хорошо. Начало потихонечку. Чего тебе не хватает? Склад полон. Может, складов еще понастроить? Ну ладно, это мы сейчас еще посмотрим. А экспедиции? Тьфу ты, блин, я забываю про экспедиции постоянно. Их не стоит забывать-то. Так, валите отсюда. А, у меня сейчас будут больные, скорее всего. И у меня еще будут заражены. Домик экстра... Стой. Отмена. Домик... Дом травника, лекаря. Стой. Мне нужен дом очистителя. В лесу полно натуральных растений. Пока он был
Уровень токсичности повышается, а в деревне вырастают ядовитые растения. Это плохо, это плохо. Мне до сих пор... Я забыл про экстерминатора. Ну, то, что людей вылечу, то это да, но мне сейчас придется справляться с токсичными растениями. Где они? Где-то вот тут еще. Где еще? Вот. Спасибо, ты хоть не лег спать там в этом. Это было бы печально. Избавляться от них. Отряд разведчиков вернулся. Хлеб принесли. Супер. Вот это сразу спилит, ты уже здесь был. Где еще отравленная гадость? Так, ладно. Давай открываем карту. Кочевникам. Группа кочевников еще новый дом. Я не могу к ним пойти. Уже разведали. Ну, пойдемте сюда в лес сходим. Пусть хоть древесинки мне принесут. И на том спасибо. Надо бы еще одну группу разведчиков, кстати. А, так, здесь. Клумбы понасажаем. Чтоб хоть немножечко так. Ядовитых у меня нигде нету. Не вижу. Это так и практически не продвинулось. Травы собираем, грибы собираем, все виды всего, чего только можно, собираем. Бездействует 4 человека. Сейчас мы им найдем, что делать. Так. Давайте вот это все мне соберите. Ну, с максимум людей, максимум. Вот, на всех вроде хватает. Еда у нас, кстати, есть. Так, древесину разведчики принесли, супер. Отправляем дальше. Давайте вот сюда. Слушайте, на самом деле пока что... Так, чтобы не сглазить, но пока что неплохо идет. Мне нужен очиститель. А он у меня уже есть. Дополнительный огнемет увеличит максимальное количество работников в этом здании на 3. Ускоряет передвижение работников в этом здании, увеличивает эффективность транспортных ресурсов, при этом работники могут отравиться. Давайте. Кстати, склад. Который нам, в принципе, нужен. Смотровая вышка нам бы тоже не помешала бы. Ну, ладно. Будем потихонечку, наверное, вот это потом еще развивать, чтобы налаживать наши взаимоотношения с Онбу, потому что пока что мы только паразитируем.
Это пока делается, это мутится. Ну, в принципе, меня пока все устраивает. Давайте сюда одного человека и сюда еще одного человека. У нас вроде людей хватает. Хорошо, поехали. Может, даже, наверное, одного лекаря. Если что, откуда-то будем снимать. Кухни у нас работают. Варят потихонечку, жарят. Свекла. Что, склад полон? Ну, со склада постоянно уносят. Нормально. Вода быстренько носится. Со склада уносят еду тоже нормально. Можно, наверное, даже... Ты у нас ягодный этот делаешь, давай ты будешь делать свекольник тоже, потому что свеклы у нас просто очень много, ягоды пусть потихонечку, вон их там собирают, один человек, кстати, а почему один, давайте тоже сюда еще одного накинем. Все, хорошо, на собирательстве ягод. Разведчики вернулись, железная руда, супер. Куда мы хотим? Мы прошли мимо кочевых племен, это печально. А, я бы хотел через них пройти, ладно, давай обратно вот за этими, за ресурсами пойдете. Очиститель появился, вот очиститель мне как раз-то и нужен. Куда мы этого другалька поставим? Чтобы он нам не мешал. Давайте где-то возле кухонь, что ли? Давайте. Еда для он. Ты хавать будешь? А он не голодный? Он прошел мимо еды. Блин. Мне пока что везет в том смысле, что есть еда для него. Хорошо. Место раскопок. То, что мы принимали за каменоломню, оказалось площадка раскопок, полная окаменелых костей гиганта. Идеально подходит для сбора некоторых редких ресурсов. Но следует быть осторожным. Мертвый онбу часто лежат там, где много еды и спор. Нужно держаться подальше. Давайте редкие ресурсы. 15 камней, двое рабочих отравились. А это плиты. Давайте, ну я их вылечу. Я их вылечу. Как бы мне не проблема. Ну все. Мы их вылечили, нормально. Хорошо, очиститель. Строить будем, не? В смысле, недостаточно. А, вы же еще пошли сюда строить, точно. Карьер надо построить. Так. Давайте. Печь нужна. Так, у нас ускорение работает, да, нормально. Слушайте, все пока что неплохо довольно-таки идет. Давайте сейчас мы дойдем до следующего апгрейда. Свежий чист, никаких токсинов, супер. Здесь не хватает человека. Иночку, мне не хватает человека. Неплохо. Снимаем отсюда.
Дождик пошел. А куда ты по... Куда ты... Ты, то есть ты пошел, отметился и сразу хапать? Ха-ха. Так, мне нужен киоск с едой. Где? Так, ладно. Киоск с едой, это, конечно, круто. Но мне нужно подумать про онбу. Давайте... онбу кухню. И давайте на этом тогда будем потихонечку заканчивать. Сохранимся. Новый файл сохранения. А назвать его? Ну хорошо. Да, в главное меню. Если что, продолжить это будет здесь, с этого же момента. Да, с этого же момента, супер. Вот он возвращается за камушком. Хорошо, тогда на этом будем заканчивать. Серии, я думаю, будут примерно в таком же формате. Пишите, что вы думаете. На этот раз мне кажется, что мы стараемся избегать ошибок, которые у нас были до этого. Постараемся выжить и постараемся пройти дальше, увидеть, что там, как там. Хочу огромное население, чтобы все работало, чтобы все было. Так что посмотрим, как получится. Пока что. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.